Здравствуйте! В этом уроке мы с вами разберем, как сделать HDR эффект для видео в Adobe Premiere Pro. Это очень краткий урок, но вы увидите, насколько классным станет наша картинка. Итак, на таймлайне у меня уже есть подготовлен вот такой вот видеоклип. И первое, что нам нужно сделать, это продублировать это видео на одну дорожку выше. Для этого нажимаем на наше видео, зажимаем Alt или Option на технике Apple и передвигаем это видео выше. Отлично. После этого мы переходим в панель Effects и нам нужно найти и применить три эффекта. Первый – это Black and White. Перевод всех эффектов будет в описании под видео. Black and White перетаскиваем на видео повыше. После этого следующий эффект – Invert. Invert также перетаскиваем на видео повыше. И последний эффект – это Gaussian Blur. Эффект Gaussian Blur также перетаскиваем на таймлайн на дорожку повыше. Теперь в панели Effect Controls в Gaussian Blur Blurriness нужно проставить примерно 100. Также не забываем галочку Repeat Edge Pixels. Давайте посмотрим на нашу картинку. Выглядит очень странно. Но сейчас в один клик мы сделаем ее очень красивой. В панели Effect Controls в пункте Opacity и Blend Mode нужно проставить значение Overlay. Выбираем этот пункт и смотрим на результат. Посмотрите, какая красочная у нас теперь картинка. Можем посмотреть результат до и после. Очень простой, но красочный эффект. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также в описании под видео будет ссылка на донат. Будет очень приятно, если вы меня поддержите. Желаю хорошего дня!